Их обязанность – помогать людям. И они делают это ежедневно, не жалея собственных сил. Быть социальным работником – это не просто профессия, это настоящее призвание. В Центральном дворце культуры прошло празднование Дня социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. В этом году Щелковскому управлению социальной защиты населения исполняется 30 лет. Работники отрасли выполняют огромный список разнообразных задач – предоставление мер социальной поддержки гражданам льготных категорий, социальное обслуживание населения, социальная поддержка семьи, материнства и детства. Поздравили соцработников городского округа Щелково, а также вручили им почетные грамоты за добросовестный труд и профессионализм заместитель главы администрации Дмитрий Толмачев и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. В этом зале сидят люди с добрым сердцем, с доброй душой. Вся ваша работа ежедневная связана с помощью людям. Неважно, какое у вас сегодня настроение, неважно, что у вас происходит в ваших семьях, вы всегда должны держать марку, и всегда должны быть, и у вас это получается, вы всегда нацелены на помощь людям. Благодарны за вашу помощь, начиная чисто психологической и заканчивая материальной и финансовой. Люди идут к вам, люди идут к нам со своими проблемами, бедами, невзгодами, и вы стараетесь им всем помочь. В далеком 1992 году было создано Щелковское управление социальной защиты населения. За годы работы многое изменилось, но во все времена отношение к гражданам было неизменным, уважительным и внимательным. Мне хочется вам пожелать уверенности в том, что наша работа самое лучшее. И мы будем с вами трудиться дальше на благо нашего городского округа Щелково. На сегодняшний день меры социальной поддержки в городском округе Щелково получает огромное количество жителей самого разного возраста. Всем им требуется компетентная помощь настоящих профессионалов своего дела. Без сомнения, именно такими и являются работники соцсферы. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.